Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир. И мы играем в игру под названием «Дожить до рассвета», ребята. А перед началом видео я хочу вам порекомендовать канал Game Show. Это канал моего друга, и он снимает множество прохождений игр. Я оставлю ссылку в описании, здесь много всяких интересных видео. Посмотрите, будет очень интересно. Это самое начало. Сегодня невесомая бабочка взмахнет крыльями, а через неделю это дуновение воздуха превратится в разрушительный ураган. Любое решение может кардинально изменить будущее. Кардинально, точнее. Ваши действия могут повлиять на развитие сюжета. Уже интересно. Ваша история является одной из многих альтернатив. Тщательно взвешивайте каждое решение. Итак, мы в какой-то попали дом, похоже. Домик в лесу. Может быть, не в лесу, не знаю. В общем, сейчас нам все покажут, ребята. Зима, холодно на улице, а? Ну, дом большой. Стоп, а это кто? Она это заслужила. Разве она виновата, что запала на Майка? А с какой стати она на него вешается? Я просто защищаю Эми. Если он президент класса, это не значит, что он принадлежит всем. А что за дядька там был на улице с ножом? Конечно, конечно, милый. Хотят напугать ее. Это Ханна. Ханна? А вот этот чувак какой-то неизвестный. Эй, кто это там? Папа сказал, на выходных мы одни. Джош! Джош! Так, все, управление у меня. Ребята, так, сейчас подожди-ка. Мне интересно, почему субтитров нету, надо поставить обязательно. Так, звук, звук, звук. Сейчас мы вернем субтитры на место. Ага, все отлично. Диалоги в оригинале это не надо, это будет по-английски, наверное, все. Продолжаем. Так, ну-ка, давай-ка осмотримся, что здесь. Обучение. Удерживайте R2, чтобы взять записку. Хорошо. Так, стоп, 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 стоп. Надо перевернуть. О, господи. Ну что там опять с нашей наивной сестренкой? Не стала читать, а почему? Я не успел прочитать. Ханна, ты такая сексуальная в этой майке, а без нее, наверное, еще лучше. Приходи в 2 ночи в комнату для гостей, Майк. Ха-ха.
Темно, ребята, кто-то спит за стойкой. Они все спят, похоже. Эй, ребята, вы чего? Все отдыхаете-то? Или так и надо? Все устали, все отдыхают. Так, вон там дверь, похоже, или что-то светится. Ну-ка, я с этой стороны еще пойду. Чтобы осмотреться, перемещайте правый джойстик. Если объект светится, его можно осмотреть. Да, я понял. Сейчас осмотрим. Это бутылка вина, похоже. Или вискаря. Пустая. Да, братец, ты как всегда отличился. Твоя записка? Рад, что ты пришла. А, это его записка была. То есть начать потихонечку. Ну, с поцелуев. А там как пойдет. О, да, детка. И о, сейчас Господи, они вылезут. Она раздевается. Они сейчас вылезут, напугают Господи, ее. Боже. Мэтт? Что и чувак с камерой делал? Еще вылез. О. Ханна, прости, Ханна, нет, стой. Нехорошо вышло. Моя просто такая глупая шутка. О. Черт. Вот вы подонки. Вы все. Ханна! Выбирайте правым джойстиком. Так, ладно, куда идем мы дальше? А, вот, выбрать надо. Разбудить Джоша, либо найти друзей. Что мы сделаем? Давай разбудим его, да? Так, а как выбрать? А, правым джойстиком. Разбудить Джоша. Джош, вставай! Джош! Джош! В этой игре многое зависит от действий, получается, реально. Мы не смогли его разбудить. Там кто-то ходит. Тихо. Что за хрень? Ханна! Что такое? Куда это она пошла? Да она просто шуток не понимает. Мы просто пошутили, Ханна. Что вы сделали? Мы дурачились, Бет. Ну, пошутили. Да вы дебилы! Ханна! Ханна! Ну, может, догоним? Не, ну не, знаешь, не убегать что, же в лес. Тебе она сейчас зачем вряд сразу? Ли обрадуется. Сразу в лес побежала. Нажмите правильную кнопку действия, о, чтобы черт. Не стекло время. Так, есть. Бежим, бежим, бежим. Куда бежим только? За Ханной бежим. Куда она делась? Так, быстро, безопасно. Ну, я не знаю, давай безопасно спустимся. Быстро это можно там переломаться, спрыгнет, наверное. Давай аккуратно спустимся. Хотя можно и было и пригануть. Ладно. Так, куда? Куда, куда? Выбирай. Идти на шум, идти по следам. Давай на шум. На шум пойдем, давай на шум пойдем. Что там? Что же там, ребята, там что-то может быть? Где ты? Почему она одна ломанулась-то, я не понимаю. Целая толпа народа отпустили девчонку одну. Как так? Как в американских фильмах, короче, в самых. Идти за тенью, идти по следам. Пошли за тенью. Потому что я не знаю, чьи это могут быть следы. Стоп. Используйте сенсорную панель. А, все понятно, давай посмотрим. Может, сообщение какое есть. Статус обновлен. А, у нас есть фонарик, ребята. Хотя бы фонарик есть в темноте. Можно изменить направление луча, посветить можно. Так. А где была тень? Блин, ну ей же по-любому там страшно, а? Ходить одной в темноте, еще и с фонариком. Хотя все ребята там остались. Ну-ка, идем. Тихо. Это какой-то олень, что ли, проскакал? Ну не олень там, не знаю, поменьше. Может, лось, не знаю. Хотя лоси тоже здоровые. Так, удерживайте L1. Что будет? Подожди, я не прочитал. L1 удерживать или R1? Текущее задание. Найдите Ханну.
Эффект бабочки, L1. Любопытство не порок. Крысы только пушистые. Я пока не понимаю. А, эффект бабочки, мы можем переиграть события, наверное. Подожди. Сведения о персонаже. Так, ладно, давай мы пошли дальше. Пока не понимаю, куда идти. Просто идем. Отважная Бет пошла искать Ханну. Вот что-то лежит. Так, ну-ка давай посмотрим. Переверни его. Тотем смерти, а как у нее такие видения возникли? Стой. Подожди, я что-то не доделал здесь. Давай еще раз перевернем. Или это я умею предсказывать? Так, я не понимаю. Так, ладно. В общем, ей показалось, что этой куклой кого-то шарахнули. Пошли дальше. А, ее, может быть, даже ее шарахнули. Или она так боится просто, что ее шарахнут здесь. Надо идти быстрее. А бежать можно, нет? Нет, бежать не может. Так. Ханна, куда же ты задевалась? Ой-ой-ой, это что такое там еще? Ребят, кто там чего разжигает? Вот она отважная вообще. А это вообще раздетая побежала. Ага, сама осталась без одежды. Идиотка. Кто-то следит за ними, ребята. Ханна? Бет? Ну-ка, быстро, быстро, бежим. Надо сваливать, ребята, что-то... Как-то уже опасно становится. Телефон! Эй, вернись за телефон! Хотя нет, бегите, ладно, нафиг этот телефон, не нужен вам. Ага, обрыв, и все, и бежать больше некуда. Что будем делать? Нет, черт, нет, уйди. Черт, нет. Да куда ты, да, утянула ее вместе с собой? Пока висим. А кто нас спасет? Сдержитесь, сдержитесь. А, еще и полыхает все. Это что еще за огнеметчик, а? Так, бросить Ханну. Отпустить. В смысле отпустить? Отпустить. Как отпустить? Бросить и отпустить. Одно и то же. А, в смысле руку отпустить, ну, чтобы мы все шлепнулись вдвоем. Капец. Или был выбор бросить Ханну, короче. Все, на этом все. Так, прикольно. А как дальше? Как дальше развитие событий будет? Психоаналитик. А если бы я Ханну отпустил, что бы было? Этот мужик меня бы вытащил. И что бы он дальше со мной делал? Прежде чем мы начнем, послушай меня. Очень важно зарубить кое-что себе на носу. Никто не в силах исправить прошлое. Оно нам не подвластно. С этим надо смириться, чтобы жить дальше. Но это понимание также дарит свободу. Все, что ты делаешь, все твои решения открывают двери в будущее. Помни об этом. Помни об этом, когда будешь играть в игру. Каждый твой выбор влияет на твою судьбу и судьбы тех, кто рядом. А как, а переиграть мы можем в тот момент, нет? Итак, ты хочешь приступить к этой игре? Большой шаг. И я буду тебе помогать. Порой эти вещи бывают немного страшными, даже жуткими. Но не забывай, даже если ты влипнешь в совсем неприятную ситуацию, я всегда помогу тебе найти из нее выход. Ладно, начнем с простого упражнения. Пожалуйста, переверни карту.
и посмотри, что на ней за картинка. Опиши свои чувства. Только, пожалуйста, отвечай честно. Это очень важно для достижения эффекта. Хорошо, давай перевернем. Где там карточка эта? Погоди, а чё, почему я в перчатках сижу? Это я тот мужик, что ли? Ну, я посмотрел, здесь пугало какое-то. А дальше-то что? Итак, какие чувства вызывает у тебя эта картинка? Но только честно. Так, радость, тревогу. Тревогу. Ну, радости там точно никакой. Давай выберем тревогу, потому что пугало какое-то страшное. Главное, честно. Так что же все-таки приводит тебя в трепет? А пугало? Точно не знаю. Давай пугало. Пугало. Ясно, ясно. А давай представим, что пугало там нет. Ты сможешь в одиночку пробыть в таком месте долгое время. Ну, к примеру, неделю. Да, блин, фиг знает. Среди, так сказать, растительности всякой. Я не знаю, честно. Вряд ли я бы провел там. Нет. Неделю я не проведу там. Нет? Почему нет? Было бы одиноко, было бы страшно. Ну, скорее всего, одиноко, наверное. Хотя, ну, ладно, пугала нету, ну, может и страшно, не знаю. 50 на 50. Давай, было бы одиноко. Да, тонка грань между приятным чувством уединения и жутким чувством изоляции. Что ж, потом поговорим об этом подробнее. Боюсь, нам пора заканчивать. Ну что ж, до скорой встречи. Все, что ли, сеанс закончен? До следующего сеанса в кругу друзей. Там, где ты чувствуешь себя комфортно. Так а кто я в итоге-то? Я в каких-то перчатках сижу. Очень похоже на то, что я именно тот мужик, который ходил с огнеметом. И поиграем мы уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк видео, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новом видео. И всем удачи, всем пока.